Всем хорошего. Ой, всем доброго. Ой. Давай я оближу. Еще раз. Ой. Всем-всем привет. Сегодня готовлю на ужин картошку с грибами и с луком. Жареную картошечку с грибами и с луком. Грибы я отварила. 10 минут слила. Грибы — это опята. Сегодня купила. Картошку почистила. Грибов 250 грамм. Картошки 250 грамм. И луковица 230. Завешала все. Сейчас я налью сюда в сковородку масло. Вот так будет достаточно. Оно нагреется. И я буду обжаривать лук. Лук обжарился у меня маленько, немного, не совсем готовый. Сейчас я сюда опускаю грибы. Сейчас грибочки обжарятся немножечко, минутки 2-3. И я вот так картошечку покрошила вот такими вот кругляшочками. Ой, тоненькими пластиночками. Вот такими вот. И тоже туда опущу. Не забудем это все посолить. Как мне моя бабушка раньше говорила, недосол на столе, а пересол на спине. А я была маленькая, спрашивала, почему пересол на спине? Мне было удивительно. Кажется, за это били, да? Так, вот я еще хочу сюда перчика добавить, чуточку черную. Ну вот. Обжариваем еще минуточку и будем опускать картошку. Вот такие опята я сегодня купила на базаре. Наверное, очень вкусные. Сейчас попробуем. Поехали. Вот грибы наши обжарились вместе с луком. Еще 3 минутки. И теперь мы сюда укладываем картошечку. Выкладываем. Сейчас я это все перемешаю. Наверное, будет вкусно. Даже, я думаю, это точно будет вкусно. И сытно. Да. Вот такой у нас ужин будет. Люблю опята. А я люблю повеселиться. Особенно пожрать. А что лучше? Будем ждать примерно минут 8-9-10. Около 10 минут будем готовить, скорее всего. Картошечка наша приготовилась. Вот так она выглядит. Ароматная, вкусненькая. Сейчас мы будем ужинать. Приготовила салатик. Порезала помидорчик и лучок. Посолила чуть-чуть. Вот тут как раз еще и десерт лежит наш. Ням-ням-ням. Всем пока! Всем-всем пока. Готовьте картошечку с грибочками. Очень вкусно. Рекомендую.